Вот и закончился курс Дарьи Петрик «Зеркальный мастер». 12-й поток. Курс очень интересный, увлекательный, много информации. Я узнала на нем много для себя нового. Мы изучали резку зеркал, технику золочения, заливки эпоксидной смолой. Дарья познакомила нас с видами текстурной пасты, патали, смолы, зеркал. Мы изучили, как подобрать картину к интерьеру, ее цвет, как вписать картину в интерьер, как смешивать цвета между собой, как правильно пользоваться стеклорезом, паталью, стеклянной и хрустальной крошкой, чтобы добиться вау-эффектов. Результатом картины стала такая замечательная картина дерева, картина офиса, которую я подарила дочери. Атмосфера в чате курса дружелюбная, веселая. Все друг друга поддерживают. Дарья проводит уроки позитивно, легко. Очень все воспринимается хорошо. Так что я брала курс с артбоксом, так что теперь у меня есть фартук «Зеркальный мастер», волшебный карандаш Дарьи и стеклорез. Спасибо большое Дарье за курс. Желаю ей развиваться и развивать свою школу. Спасибо.